Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и отработки наказов народной программы совместно с профильными заместителями проинспектировал ход строительства отделения профилактики Центра диспансеризации здоровья Подмосковью. Центр возводится напротив хирургического корпуса Одинцовской областной больницы в Одинцове. Руководитель муниципалитета отметил, что на сегодняшний день готовность объекта составляет 75%. На стройке задействовано 43 рабочих, 8 единиц строительной техники. Вот в эксплуатацию центра запланирован на конец декабря.